Страшнули уточек, подготовили овощи, картошка, морковка, лучок, яблоки и специи, и соль. Это, в принципе, все для нашего блюда. Ну и самое главное, это афган-казан, в котором мы все будем готовить. Он приготовит быстро, вкусно и пальчики оближешь. Я нахожусь сейчас в эко-усадьбе Горностай. Здесь не только можно поохотиться, как что мы делаем сейчас, но еще классно провести время и с детьми, и семьей, и вообще компанией большой приехать. Здесь все очень чинно, красиво, а самое главное, здесь классный управляющий, это Костиков Алексей. Друзья, ладно, поехали готовить. Друзья, первым делом что, режем крупный лучок, вот прям вот так, и на дно казан закладываем. Друзья, следующим слоем, так сказать, идут наши уточки. Слушайте, кто-то их пилит, кто-то на порционно там рубит. Я люблю вот целиковое, потому что когда достаешь, прям на блюдо положил, красиво овощами обложил, прям песня. Кладем шкуркой вниз, чтобы сок и вот этот утиный жир деликатесный остался в мясе. На самом деле, к афган-казану мы его попробовали, наверное, один из первых разов, это в Мурманске, у Мишаньки в гостях. Вы много видели роликов, там мы и на рыбалку много туда к нему ездим. Вот решили тоже пользоваться им, потому что он, конечно, офигенско готовит, вкусно. Мишанька, тебе спасибо, ты вообще красавчик, ради тебя на нашем столе появился афган-казан. Привет тебе. Посолить на глазок, ну, из расчета я не знаю какого-то. На килограмм блюда 3 грамма, наверное, соли. Ну вот я вот на глазочек вот так вот. Секретный ингредиент. Без него блюдом не получится. Это острый маленький перчик для пикантности. Просто я бы вот так сейчас прям съел. Но буду плакать на камеру. Не, пойдет в блюдо. Немножко, друзья, паприки. В 2 раза меньше, чем соли, наверное. Дальше картошечка. Прям слой засыпаем. Кому как нравится. Кто-то больше любит картошечки, кто-то поменьше. Прям слой. И морковки. Все можно крупно резать. Не надо заморачиваться там как-то фигурно это все вырезать. На скорую руку. Мы же по охотничьи готовим. Раз-раз. За 10 минут все порубал. Казан афганский и офигенное блюдо на компанию на вечер. Просто основное, что нужно обязательно сюда загрузить, это кисленькие яблочки, вот такие вкусные они, прям можно их есть и так, но лучше добавить уточки, это будет просто песня. Что, пополам кости вырезаем и туда. Кусочек яблочка остался, не поместился. Яблочки огонь. Пропитаются утиным жиром. Мы просто... После того, как начнет работать казан, пойдет пар. Первый. Я думаю, 25 минут, и блюдо наше будет готово. Друзья, ну что, дело за малым. Закрываем поплотнее. Ну что, и на огонь. Друзья, прошло 25 минут, и наше блюдо, замечательная утка с овощами и с яблоками, готово. Давайте посмотрим, что получилось. Пахнет вкусно. Да, вот такое блюдо получилось. Запах, конечно, обалденный. Друзья, готовьте, готовьте дома, готовьте из тех продуктов, которые добыли желательно сами. Да и питайтесь правильно. Всем удачи, на новых рецептах. Пока.